российская station on Moscow Central Circle. Приветствую всех! Сейчас мы находимся на станции метро Войковская. Отсюда можно добраться до станции МЦК Балтийская. До нее добираться около 8 минут и нужно выйти в город. Примечательна эта пересадка тем, что она проходит через торгово-развлекательный центр Метрополис, через который мы сегодня и пройдем. Выходим из метро. И поднимаемся на поверхность. Нынче глубокий вечер, 19 часов. Находимся на севере Москвы. Метро Войковская находится на так называемой зеленой линии метро. Крайний, который на севере, сейчас станция метро Ховрина. Возможно, вы слышали о Ховринской заброшенной больнице, которая находится недалеко. Совсем недавно там была открыта новая станция метро. Рядом с речным вокзалом. Ну а Войковская находится на 4 станции от нее. Здесь проходит один из проспектов, который пронизывает Москву до самой Красной площади, вдоль которой сейчас едут автомобили. Ну и вот отсюда сейчас откроется вид на торговый центр Метрополис, или как его называют, Метрополис. Он является один из наиболее крупных в городе, и здесь действительно можно найти все: магазины, кафе, рестораны, фирменные бутики, ресторанный дворик, кинотеатры. Все, что душе угодно. Поэтому лучше, более правильным следует называть торгово-развлекательный центр. В принципе, до станции МЦК можно добраться и не заходя в торгово-развлекательный центр, потому что вот, если пройти здесь вдоль, напрямую. Но интересно то, что это единственная пересадка, которая проходит через сам торгово-развлекательный центр, который можно пройти насквозь. Сейчас мы пройдем по самому короткому пути сквозь Метрополис. Проходим через... Вот. И вот мы уже внутри. Здесь несколько этажей. А именно
4. Ну, три этажа основных, по которым могут люди ходить. Четвертый – технический. Поднимаемся на эскалаторе. Как видите, фирменные магазины одежды. Zara, Rip Gosh, Adidas, Nike, H&M. Вверху детский мир. Здесь можно выбрать, либо идем налево, либо направо. Ну, пожалуй, сегодня пойдем направо. Различные магазины аксессуаров, магазин вина, кафе-кондитерская. А во время проведения акции «Черная пятница» здесь были скидки до 70%. То есть очень много магазинов участвовали в данной акции. Ну или, по крайней мере, делали вид, что участвовали. Вот одна из центральных площадок. Здесь мы поворачиваем налево. Совершенно недавно здесь были подвешены красивые украшения, елочки. Бывает, подвешивают зонтики. Как можете видеть, даже есть указатели. МЦК Балтийская. В данном торгово-развлекательном центре присутствует сеть кинотеатров Cinema Park, Каро, которые недавно объединились, множество кинозалов. Есть знаменитый зал 4DX, в котором кресла двигаются и имеются дополнительные эффекты. Вот такие островки, как они называются. Ювелирные. Кофе-островки. Как правило. Парфюмерия. Вот вторая. Второй центр. Площадка. Даже здесь есть точки стойки информации. Весьма уютно, красиво и атмосфера отдыха, особенно в пятницу. Вверху можно видеть итальянский ресторан, различные огни, магазин игрушек Хэмли, который ничуть не хуже, чем официальный магазин игрушек Дисней. Вот, и еще интересно, здесь такой островок американских сладостей. Милка, Фанта, Рио, различные вкусняшки, которые, конечно, здесь будут в 2, а то и в 3 раза дороже, чем стандартные оригинальные вкусы. Вот, ну и последняя
вывеска. МЦК Балтийская. Благодарим вас за ваш визит. Вот он и выход. И сразу мы отсюда, не выходя на улицу, пройдя через дверь, добираемся до МЦК. МЦК был открыт в 2016 году на основе старой железной дороги транспортной направленности, грузовой направленности. Соответственно, теперь могут пользоваться люди. По сути, она интегрирована с метро на абсолютном большинстве переходов. Можно проходить прямо от станции МЦК до станции метро, но где-то надо переходить через дорогу, через улицу. Наиболее длинные переходы занимают до 18 минут, до 12 минут. Ну вот, станция Войковская, Балтийская проходит до 8 минут, как я сказал. Обычно на станции МЦК нужно сдавать кладь, то есть чтобы проверили на рентгене для безопасности. Но смотря где, на Кутузовской, например, которая с голубой линией метро соединяет, обязательно. Здесь, как видите, можно было пройти и так, но это зависит уже от самих сотрудников. Вот мы на эскалаторе сейчас подъезжаем. Соответственно, налево до Стрешнева, в сторону Стрешнева, направо Копчева, тоже станция МЦК Московского центрального кольца. Вот она, тот самый торгово-развлекательный центр. МЦК ходит чуть пореже, чем метро. Можно ждать до 10 минут одного поезда. Но зато внутри очень просторно и здорово. Уже, по сути, стал обыденностью для москвичей. Ну вот, здесь мы, судя по табло, ждать следует около 2 минут. Вот, здесь он. Здесь... вот он и едет, отлично. Значит, можно сразу в него и сесть. На видео 13 минут, да, все-таки чуть больше, чем 12, но если быстрым шагом идти, то можно и добраться. Очень удобно, если нам нужно добраться до другой станции метро, которая находится в периферии города, чтобы не ехать через весь город. До скорых встреч!